Всем привет! Сегодня я представляю вам 2023 года выпуска. Автомобиль Lada Granta Drive Active. Стоимость составляет 1 миллион 67 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону Sprint за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этого автомобиля. Такой ключ. Есть автосигнализация. Очень много приспортивленных элементов, как в экстерьере, так и в интерьере этого автомобиля. Кресла по набивке достаточно жесткие, сидишь высоко. Чтобы запустить двигатель, необходимо выжать сцепление.
В этом автомобиле установлен электроусилитель руля. Вставки глянцевый пластик. Рулевая колонка регулируется лишь по высоте. Небольшой угол. По центру надпись Drive Active. Сейчас включаем фары, противотуманный фонарь, дальний свет фар, обычная аварийная сигнализация. Электрорегулируемые зеркала. Большие, обзорность хорошая, четырехпозиционный джойстик и передние электростеклоподъемники. Здесь находится рычаг, чтобы непосредственно открыть капот этого автомобиля. Теперь я предлагаю детально рассмотреть экстерьер авто. Штыревая антенна, ветровики с надписью Lada Granta, тонировка задней полусферы, задний обогрев стекла, диодный стоп-сигнал, декоративный спойлер. Красная окантовка, как акцент. Такая насадка на глушитель идет, интересной формы. Под задние датчики парковки, формовка. Оригинальные диски из легкого сплава шины Viatti. Размер шин 185/60. Диски 15 дюймов. Спереди дисковые тормозные механизмы, сзади барабанные. Диодные указатели в наружных зеркалах заднего вида, и вот в данном случае их так можно сложить механически. Галоген ближний, дальний на рефлекторе, дневные ходовые огни. Марка кузова, обозначение 2190. Техническая часть. Максимальная скорость этого автомобиля составляет 180 км в час. Время разгона от 0 до 100 км в час за 11,2 секунды. Клиренс, высота дорожного просвета 162 мм. Гарантия производителя 36 месяцев или 100 тысяч км пробега. Длина автомобиля 4280 мм, ширина 1700 мм, высота 1450 мм, колесная база 2477 мм. Масса 1075 кг, максимальная грузоподъемность 485 кг, допустимая полная масса 1560 кг. Объем топливного бака составляет 50 литров, объем багажного отделения 520 литров.
Обозначение по двигателю 1.182. Он спокойно употребляет 92-й бензин. Рядная четверка, 8-клапанный мотор, 90 лошадиных сил, крутящий момент 143 ньютон-метра. Распределенный впрыск топлива здесь установлен. Расход топлива в городском цикле это 9,4 литра на 100 км пути, за городом 5,3 литра и в смешанном цикле 6,8 литра на 100 км пути. Это паспортные данные. Передняя подвеска независимая, амортизационная стойка типа Макферсон, имеется передний стабилизатор. И задняя подвеска полузависимая, торсионная балка. Что же такого спортивного в этом автомобиле? Здесь иные пружины, корпуса стоек и амортизаторы большего диаметра. Они обеспечивают занижение где-то на 18 мм. Клапаны перенастроены с учетом изменившейся аэродинамики, а зажатая подвеска как бы в некоторой степени имитирует спортивность. Изменения по силовому агрегату. Раньше был 11186, это 186 мотор, 87 лошадиных сил. Сейчас 11182, 182 мотор, 90 лошадиных сил. Изменения в 3 лошадиные силы. Восьмиклапанник масштабно доработали, в нем 48 новых и модернизированных деталей. Поршневая и клапанные группы, распредвал и колено, дроссельный патрубок и топливная рампа, свечи другие с резьбой М12 вместо М14. 182 мотор, новый мотор, выдает иная крышка ГБЦ. Холостой ход здесь сделали 750 оборотов в минуту, до этого было 850. А дроссельный патрубок уменьшили с 52 мм до 45 мм ради точности регулирования смесеобразования. Сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, я предлагаю детально рассмотреть интерьер авто. Вещевой бокс, динамики мультимедиа. Механические регулировки у кресел в продольном направлении. И регулировка для спинки.
регулирование угла наклона фар. Здесь открытие для багажника сейчас. Там отдельная кнопка. Здесь на данный момент просто заглушка установлена. Вставки под карбон. Интересно смотрится. Сейчас я предлагаю послушать звучание двигателя. Радиальная оцифровка, отсечка 6000 начинается. Пробег 12638 километров. Управление светом, поворотниками, управление стеклоочистителями, также борткомпьютер, такие две кнопки у нас. Вводит всю необходимую информацию. И также есть сброс. По качеству отделочных материалов в основном это твердый пластик, подгонка средняя в этом автомобиле, конечно, по пластику. И не очень радует отсутствие шумоизоляции. Мультимедиа, SD-карта поддерживается, USB, штатный звук тоже средненький, Bluetooth также имеется, выбор станции, треки и тоже поиск станции, отключение для звука, радио, переключение между частотами, соответственно, сканирование. Дисплей, включение-отключение. Рециркуляция. Регулировка для потока воздуха. И вы знаете, такой момент, не то чтобы здесь как-то что-то не разработалось, но сделали очень качественно все. То есть обратное усилие приятное. Различные зоны, температура.
задний подрыв стекла и активация для кондиционера. Здесь еще заглушки. Розетка 12 вольт, вещевой бокс. Подогрев сидений для водителя, для пассажира. Два подстаканника, пятиступенчатая механика. Легкая педаль сцепления. Первая, вторая, третья, четвертая. Не сразу подтыкается. Пятая. И задняя передача. Четвертая. Ручник такой, вещевой бокс центрального стаканника и подлокотника здесь тоже не предусмотрено. У кресел действительно большой диапазон по регулировкам. Подушка безопасности здесь также есть, подушка безопасности, но при моем росте в 188 сантиметров, если все настроить как положено, пассажиры второго ряда явно расстроятся. Салонное зеркало заднего вида. В данном случае оно без автозатемнения. Модуль для сигнализации. Подсветка светодиодная. Яркое люстра освещения. Здесь у нас зеркало. Предупреждение. Вот такие стационарные ручки. Приходится немножко сдвигать. Так. Теперь я предлагаю переместиться на второй ряд сидений этого автомобиля. Ну, с точки зрения эргономики, конечно, просчетов минимум. Но к посадке есть вопросы. Второй ряд сидений. Детский замок, фиксатор, два положения, механические регулировки. Лишь наполовину пускаются. Три регулируемых подголовника, ISOFIX, второй ряд сидений. И крепление для детских удерживающих кресел якорного типа. Вещевые карманы слева-справа имеются. Тоже, конечно, по набивке жестковато. Ряд сидений. Невероятно простой интерьер с минимализмом во всем. Обзорность назад просто отличная в этом автомобиле. Я так понимаю, максимально отодвинули кресло. Посмотрите, места вообще не остается никак. Просто буквально там до 10 сантиметров по пространству максимум. Теперь я предлагаю взглянуть на багажное отделение этого автомобиля. Здесь спокойно летние шины разместились. Багажник огромный, на доливку у нас не замерзайка, масло, все необходимое, еще место даже остается. Как видите, там полноразмерная запаска находится. Здесь голый металл, ничем не прикрытый. Лючок бензобака. Бардачок не закрывается на ключ, ничем не подпружинен, вот так опускается. Руководство по эксплуатации, это обычные гранты. Второй ключ. Подсветка, держатель для ручки. Такой. Здесь момент с полкой есть.
Друзья, понятное дело, что это не спорткар, но все же какая-то приспортивленная тема здесь прослеживается. Поэтому кто сейчас себе подыскивает автомобиль таким параметром, почему бы и нет. На этом обзор Лады Гранты Drive Active 2023 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя. Адьос, друзья.